знаешь, ко всему, ну, тут сегодня 11 июля 22 года, понедельник, большинство уже разъехались, но работа тут идет. Ну вот, поехали, еще досок не хватило. Где-то будет там наши сестры дома. Вон туда. Вот сюда вот, поезжай. Молодец, вот сюда вот. Сюда вот. Да-да, маленько рядышком. Обед! Досок привез Володя. Тазики. Как хорошо в деревне жить, а? Ну, вот они, витязи настоящие. О, так уехали вчера сколько? Сегодня уезжали сколько? Еще сколько осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять мужиков, братья. Три, четыре, пять, шесть, девять. Ну вот с Володей двое тоже. 11. Потому что еще кто загадками не видим. Вот идет еще один. Вячеслав Сергеевич. Караван маленький. Семен. Там еще с ним один. Николай Георгиевич Кузьмин. Да еще один там. Зачем они? Катушкин Георгий. Когда палатки невостребованные остались. Теперь снова считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Вот тебе на. Досок привез. Хорошо бы до обеда пока вон туда засунуть их, за ограду забросить. А, братья, после еды-то неудобно будет. Вон туда, прямо где пальтишко висит, туда дальше. Прямо за ограду, туда, за тын за это бросать. Эти доски привезли туда, таскать их. И пока дошли, пока перепилили, подмерили. Смотрите, там гвозди аккуратно. Человека не ткнет, отходи аккуратно. Вон туда, прям за ограду бросайте, чтобы ровно лежали. И там разберем потом. А куда ты пошел? Не надо. Нет, не надо. Надо освободить скорее. Вот так. По одному несите тяжелые доски. Виталий, по одной доске несите. Доски тяжелые. Ну, берите вдвоем. Смотри, какие они доски. Это они мокрые. Вот туда перекидываю и все. Серьезная работа, это не просто так. Ну, раньше тут как-то ни одного нет некрещенного теперь. Все крестились. Установились о Христу Богу нашему. Посмотри, там нет никаких дощечек. Все. Садимся за стол, благословясь. Помолимся сейчас. Сейчас все вместе сойдутся. Благословенный час дневной молитвы. Пошли руки мыть. Воды-то хватает. Так, Авраам, положи ему на место дверку. Как
вспоминать будете. Завтра утром в церковь идем. Петра и Павла. Завтра молочный день. У меня для вас сюрприз приготовлен. Молодя, о чем я говорил, все разморозите. Дядя Игорь, а чтобы повенчаться нам со Светой, ничего же не надо, так, или что-то надо? Скажи, что ему надо от меня? Чтобы ему со Светой повенчаться, что-то нужно? Нужно. Что? А что? Любовь твоя к ней. А есть. Ее к тебе. Есть. А? Есть. Ну я вижу, тебя есть за что любить. Да, ну, чё, а чё, так, на восток, да, на восток поворачивайтесь. Обязательно за что-то надо. Слава тебе, все Боже наш, слава тебе. Очень всех на тебя, Господи, уповает. Ты даешь им пищу в свое время. Не пройди мимо нас, спаси все потребное для всей жизни и для будущего. Мы дети твои, которых ты назвал избранными и святыми. Хотя мы не достигли этого уровня. Но по благодати, по искуплению в крови твоей пречистой, получили это звание, помоги его сохранить в неприкосновенности от зло дела. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Садимся. Я думаю, фуражки можно, потому что солнце печет все. Может, на взгорочек иду поднять? Вот сюда. А? На взгорочек, не в ямку, а на взгорочек. Там сидеть удобно, как в ямке удобно. Там трава хорошая. Давай. Давайте, садитесь. Удобно садиться прямо здесь. А можно полулежа это, возлежать, как говорят. Ну-ка, открывай, что там у нас есть? Там где-то кушайте, как Христос кушал. Возлежа, Господи. Так, на меня возьми. Гром и молния была? Не знаю, не было. Не было? Вот больно как-то вот. Ложки. Братья, ложки. Куда вы сели? Как раньше говорили, вот тит звать, иди, говорит, работать. Живот болит, тит, иди обедать. А где моя большая ложка? Держи. Зачем в носках-то ходишь? Давайте. Очень удобно сидеть тут. Возвышение. Он здесь садится. Возле кастрюли. Так. Вот, братья. Сестры-то не знали, что мы тут будем. Так удивились. Окружаем кастрюлю. Толчонка. Достань картошку, что ли? Компот. Можно половинку? Вот и все, и хватит. Так. А вы-то что? А я что? Что, накладывай? Один монах все время говорил, я грешный, супергрешный, архигрешный. А настоятель встал, когда в столовую идут. А ты куда? Он говорит, а я чем хуже других. Хуже меня нет, я пес смердящий. Так, все. Что нам второе-то? Так, повар, лови. Так, покажи всех, кто как лежит, кто возлежит. Ну-ка, чего там они едят у нас? Что это такое? Суп с вермишелью, с зеленью. Склеиваем кишки везде вот это вот тесто, вот все такое. Ничего, отработано, все сгорит. Перегорит, да. Все сгорает. Хватит? Только оно какое-то не сухое. Ой, оно сухое наоборот. А ну-ка масло трясните мне. Тут надо масло или чуть-чуть супа. Масло, да. Благодарю. Так, кому второе еще? Георгий, а поставь сюда, пожалуйста, компотные эти. А, масло. И тогда люди будут... Компот! Люди будут... Вот, наливайте. Наливайте. Господь так поделает. Тихо, передай. Коллега, компот. Давайте. Тебе ложку дай? Так ты на Литвы поднимался, да? А ты что, не с нами там, что ли? Я не был. Так каждый день так происходит. Каждый день. Ты ничего не делаешь. Ножи как в тюрьме делают? Ножи. У нас хлеб остался. Угу. Я сижу на втором этаже. Да? Камера 112. Называется хата. Хата 112. Нашу хату называли камера академиков. Главный рыбак Алтайского края
из Мамонтова Сивер Владимир Митрофанович. Во главе там первых секретарей, говорит, кого садили, а кто первый отвечает, главный, и вот сейчас это за паровозом. А сами собой. Второго потом к нам двое были. К нам поселили, он сразу его узнал, Лозин Анатолий Максимович, преподаватель аэродинамики второй группы космонавтов. Понятно, что это не каждый день такое общество бывает. Но дает иногда тазики, чтобы постирать все можно было. А у тазика ручки есть. А ручки — это вырезанная жесть, втрое свернутая. Значит, ее нужно развернуть. А как ты развернешься, когда она там под молотом? И тогда уже все остальное резать, оформить, сделать цветную с набором ручку. А для этого зубные щетки есть. И вот отчайники дают, отчайники я таких здесь не видал. Он такой тяжелый, наверное, в палец толщиною, такие, как рубчатый идет. Ну, выпухлые такие. И вот они, им надо распрямить. А как распрямить? Где очко, в туалет ходить? Это все забетонированное. Они уже ручку оторвали, теперь как ее распрямить, когда она одна на одно вот так вот-то? Они слушают, ага. В обед раздают, и видно, что бьют. А бьют — это когда овсянка, и она застревает в поварёшке. А раздает-то баландер. Баландер — это один из такой, ну, мягкая такая статья. Его оставили при тюрьме в сопровождении надзирательница, которую дубаки их зовут. Дубачка идет. Они уже камеры за 4 слышат, бьют. Это значит овсянка. Дело не в овсянке. Дело в том, что бьют. Звук издается. Они заранее чайник наполняют водой, опоясывают там эту материю, чтобы не пролилось, и кладут на этот, где ручку, туалет, и ждут, рассчитывают. То есть сейчас подает он первое, сейчас дает второе, и сейчас будет бить. И надо, когда она ударит, им надо одновременно ударить, чтобы звук отдельно не пошел. Понимаешь? А тут расчет не просто так. Вот они раз, а которая сопровождает, она не поймет еще стук, а стук только здесь, а где больше стук-то, она же понимает где-то. И уже когда соседняя, ну это хата, камера, они перестают это делать, распрямят, полная, поднимают этот чайник, а он такой толстый, негнущийся, и бьет им с водой, и она распрямляется, эта железка-то. Теперь надо ее разрезать. Сколько вопросов-то. Ее надо натащить. Он тащить пол-то бетонный, все это проще. Вот посмотри. Поднимает. Кто поел, поднимает. Он мастер делает, директор этот, Сивер Владимир Митрофанович. Сделал ручку так, наборную. Там красота. А для чего? Масло мазать. Ну, масло-то можно... который космонавт, он ничего не умеет делать. А Север ничего не считает, все умеет делать. Матрас растерегает, он клочковатый, все это сделает, он ее как. А этот считает книги, ну, примерно по 370 страниц, две книги за день. Я считаю, знаю, что такое по диагонали, и как это есть, но такого я не видал, первый раз не увидел. Анатолий Максимович, астронавт. Они на чем попались? Он берет это масло, намазывает, вечера дождался, а в очко-то смотрит сразу. Север! А ну-ка, нож неси сюда, где ты взял его? Там ругать это нельзя. А он про себя. Да так, как я стоял, хорошо слышал. Да что, паразит, столько готовил. Он вот знает, пойдет когда на... сваренная толстость, решетка, один сейчас выгула. А здесь еще нет. Север, давай сейчас, или обыск будет. Отдал, он до утра, наверное. Он месяц, наверное, возился, и один раз, один кусочек не успел. Вот как. Те, которые ничего не делают, у них огорчение меньше. У него сна нету, он эти берет снотворное, а снотворное влияет на сердце. Это все.
подъем в 6, а я всегда вставал в 4. Очко, глазок, смотрят. Минуты. Часов нет, свет не гасится. Я вставал минуты, и мама пошла. Теперь кто-то будет, а кто будет? Я ложусь в одну школу, ложусь в полете. В день у меня было 4 или 5 раз на молитву, по полтора по часу. Псалтырь я просчитывал на молитве за 2 дня, 150 псалмов. В это же время, за неделю полностью псалтырь. В течение месяца я 4 раза псалтырь, Новый Завет. И 15 раз полностью псалтырь. Я ложусь спать, Господи, разбуди меня. Вот так ладонь положу, а там потом я встречусь, я к гимнатам буду ходить, которые помогали. Они знают праздники, Благовещение. Где они взяли рыбы эти? Еще только начали раздавать. Баландер идет, и уже договорились, эти заключенные делают это. Меня угостит рыбой, селедка, там полное блюдо. Конечно, я не вижу, что в камере есть. Один слушал. Я ему говорил о Боге. Я говорю, что ты говоришь? Тут такие слова, как будто бы кусочек в параше плавает. Мыслей-то добрых нету. У него, наверное, с собой был такой кусок сыра. Это бывает такой швейцарский. Он мне куском раз. Это, дед, тебе. А там, когда открывают, а так как открывается, и вниз открывается, чтобы поставить чашку можно было. Кормушка называется. Где камера Академика? На какой тюрьме были? Уже на ТАСС. Я дал 90 псалом. Это молодец. Нет, это тюрьма. Законспектирую его. Он взял, посчитал. Это лагерь. Молчал, опять давай считать. Второй раз посчитал, держу губами. Третий раз посчитал, вернул мне и говорит, а его нельзя конспектировать. У тебя такая, говорит, жесткая конструкция, говорит, ни одного слова нельзя убрать. О. Я живые помощи, которые живущие в подкрове Всевышнего. Я вернулся в 86-м году, считай, сколько лет. Там 14, это здесь, это уже 36 лет назад. Я живой, они умерли. Один умер, он директор был этого рыбокомбината. У него там космонавты все приезжают, болтают, отправляют там, охота у него есть. А у другого что-то там с разводом пошло и вроде на себя руки. Надо хлеба, все. Да, Тихоныч, а мой, вот когда, например, у тебя родственники жены, ну мама, папа, вот, а особенно папа жены, если он колдует, можно с ними якшаться, там, есть, там, ночевать у них дома, возможно ли христианину с колдунами? Это у нас вот насущный вопрос. Да не у вас, мне. Кинули сегодня в скайпе. Да у нас тут вот парень, наш брат Авраам, у него такая ситуация в семье. Вот Авраам. У меня если ситуация этим такая. Занимается, допустим, верующий занимается. Как... 18 лет отлучения. Если сходил, полечился у этого колдуна, шамана, 5 лет. Если в свой дом принял ты его, зачем-то как-то накормил или что-то, на 2 года отлучается. В доме тебе деваться некуда. Если знал. Ты такое будет, но им засвидетельствуй, расскажи, когда время будет. А ты нет, злые могут что угодно сделать. Нет, это тесть у меня. А? Тесть! Он ночует там. Тесть его. Отец жены. А откуда он знает, что он колдун? Он на картах гадает. У него сестра, когда вот колядуют, колядки вот эти идут там. Подожди, колядки это не колдовство. Они в черте одеваются, в костюме чертей и ходят. По всем этим. Ну а гадание на картах это не колдовство? Ну, это гадание на картах. Не колдовство, это другое что-то. Ну тоже там написано. Люди, тоже из этой же темы сатанинской, но колдовство. Там другая какая-то тема. Ну, название что другое. Там написано. Так а что тогда колдовство? А это гадание на картах, это гадание. А колдовство что такое? Ну, колдовство это другое немножко. Ну ты знаешь, что это? Заговоры какие-нибудь. Ну да. Хорошо, что тогда там. Все хорошо. Ты... Нет, это то же самое. Ты что? Это те же самые. Это колдовство, гадание, это одно. Это как бы к одной статье. Да. Я имел в виду по значению просто разные.
Тогда как мне быть-то в этой ситуации? Он же сказал. Не жить с ними вообще. Не, он же сказал как. Не заходи к ним домой вообще. Ты же не можешь, ты живешь там. Че как не сгодится? Как, они с тобой? Ты с ними живешь? Не, они отдельно живут, мы отдельно живем. Тогда пойдемте уже. Туда не заходить, понятное дело. Я рассказал от предведения, как Господь делает. Я сказал, напишите, кто как пришел к Богу и как оказался в общине. Это «Открытым оком», 15-16 тома. В них там 84 человека. И вот одна девушка пишет, говорит, я искала Бога. У кришнаитов была там ко всем этим йоги, там где она везде враг протащил. И все не то. Пошла в церковь, помочили голову, заплатила деньги, чувствую, никому не нужно. Какой-то Алексей Гусев, священник. И однажды она говорит, я еду в троллейбусе, люди прям, ну, вплотную, не пошевелишься. И слышу, две женщины разговаривают на занятиях-то, как у нас было сегодня, а что? Я, говорит, не могу к ним пробиться. Так когда одна сошла на остановке, а другая здесь, она сразу к ней. Вы сейчас вот разговаривали, это где у вас такое? Она говорит, Государственный технический университет, аудитория 410. И она решила прийти. Она почувствовала что-то. И вот я стою в это время, говорил, видимо, о втором пришествии. Она заходит только в дверь. Женщина, которая передо мной сидит на первой партии, это аудитория 410-я, она поднимается и уходит туда, где сзади одежда лежит. Тарелки. Это туда. Вот. А эта девушка-то села на первую скамейку, прямо напротив меня. Вы, говорит, говорили там о втором пришествии, потом вдруг посмотрели на меня и стали говорить, отвечать на мои вопросы. У меня, говорит, было 7 вопросов, и вы начали все по порядку, в каком они у меня стоят, начали отвечать на мои вопросы. Ну, конечно, она была. Бог открывает. Ну, стали пускать малу, что я должен учиться в Индии, в Египте, там, у волков. Где-то я не был ни разу там. Тарелки. Меня сколько раз хотели бесплатно в Иерусалим свозить. Я не понимаю, зачем. Хлеб там, возьми, там, пожалуйста. Что вы ищете мёд, живого среди мёда? Христа я нашел здесь. Я к тому говорю, что Бог так делает. Мне сколько раз это говорили. Мы идем, говорит, с женой, а дети играют, кто быстрее побежит-то. И мы говорим, а полезно ли это, когда дети соревнуются? Прихожу домой, у меня, говорит, ваша пленка стоит, я включаю, и вы первые слова говорите. Это не полезно. И вот по какой причине. А это кто делает? Человек, который преподает в государственном университете, в государственной академии и в метрополии. Приезжал, который сейчас в Константин уехал, он звонил ему, но он куда-то уезжает в это время. И он услышал обо мне Кураев, когда отозвался, там сам и там такое. И он сразу начал искать, меня нашел. Выписал все книги. И у нас дружба такая завязалась. Это Бог дает так вот. Как-то все так одно с другим связано. Опять, говорит, иду другой раз с женой, что-то прихожу, встречаюсь с этой фразой, вы дальше начинаете говорить. Ну вы же оставите. Я ничего не знаю. А как на это смотреть? Благодарим Бога. Если мы Бога благодарим, это полнота радости будет уже в словословии. Никакого и награды, ничего в этом человеку нет. Когда я изучаю, другой стараюсь, попал в Японию, изучаю язык, и душа обратится, вот тогда награда будет. Молимся и уходим. Купаться? Купаться пойдем, Игнатий Тихонович? А? Купаться пойдем? Нет, после работы. Понял. Только после работы. Работать на полную катушку. Господи, слава тебе. Господи, хвала тебе. Благослови наш труд и сделай его полезным и безопасным. И пошли нам добрую рыбу, как апостол твоей церкви. Тебе хвала, слава, честь, благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Вам не кажется, что... Это с коляской. А? С коляской.